На этой неделе на территории Дагестана была приостановлена подача газа на 4 дня с 11 по 14 октября. Причиной этого стали ремонтные работы по реконструкции магистрального газопровода Моздок-Ярак-Кызмаляр, проводимые ООО «Газпром-Трансгаз Махачкала». В Каспийске полного отключения газа не наблюдалось. Для того, чтобы узнать, какие меры были предприняты для избежания временного отсутствия голубого топлива, мы обратились к директору Каспийск-Газсервис Иосифу Сунгурову. Кроме газопровода Моздок-Ярак-Кызмаляр есть межпоселковые, межгородские газопроводы, и там сохраняется давление, поэтому вот это давление было использовано для того, чтобы подать городу Каспийску газ. По просьбе главы города Бориса Гонцова «Трансгаз» предоставил возможность подключиться нашему муниципалитету к дополнительному газопроводу в ГРС Каспийска, который находится недалеко от аэропорта. Благодаря таким действиям администрации Каспийска, помимо нашего города, газ не отключали и у южной части Махачкалы.